Ну и вот, что-то я не выдержал и утараканил его в ванну. И забыл еще, знаете, что, ребят, сказать. Вот поддон, он скапливает в себе, ну, всякую грязь. И в поддоне, если там влажно, обычно заводится какая-то гадость. Мушки там, все такое. То есть все равно же ты приносишь там фрукты какие-то, землю, какой-то цветок купил. То есть мушки, они по-любому заведутся, это никуда от этого не денешься. Поэтому поддоны прям постарайтесь промыть с мылом отдельно. Вот он у меня пока стекает, я его плотно очень промыл. Грунт не промыл, пролил. И он у меня сейчас продолжает стекать. То есть какое-то время он у меня стечет. Я ему сделал очень хороший теплый такой душ. Промыл все очень тщательно. То есть ему сейчас будет очень комфортно. У него поднимутся вот эти вот все листочки, и желтизна вот эта вот, по идее, должна исчезнуть. Вот видите, как на этом большом таком листе вот будет вот такой вот лист. Он позеленеет чуть-чуть. То есть не такой желтый будет. Вот, скорее всего, не хватает влаги. Вот сейчас я ему душ сделал хороший вот такой вот. Я думаю, что это должно восстановиться. Ну и будем ждать, когда он зацветет у меня. А если зацветет, то, естественно, я буду доволен. То есть запах у цветков как жасминовый, очень вкусно пахнет. Ягоды похожи на боярышник. Я их уже пробовал. Какие у меня вот были до этого кофейные деревца, они и цвели, и ягоды были. То есть довольно-таки прикольно дома держать такое растение. Вот всем советую. Листва очень веселая, хорошая. Ладно, спасибо всем, пока.